Привет, мой дорогой подписчик. И это долгожданное открытие сезона, но уже в городе Кировске. Сейчас я поднимаюсь на новом подъемнике горнолыжной школы. По поводу снега. Сейчас начало ноября, и снежный покров, я бы не сказал, что большой и удовлетворительный для горнолыжного катания. В Кировске на горнолыжном курорте Большой Дьявол поставили наконец-то искусственное снижение, которое уже действительно работает, но, к сожалению, сегодня плюсовая температура и сыпет небольшой такой микроснегодождь. Но все-таки, несмотря на камни, которые валяются на склонах и трассах, кататься можно. Лучше, конечно, всего покататься на пластиковой трубе, чем, в принципе, я и занимаюсь с местными ребятами, и попозже это покажу. А пока поднимаемся на новом подъемнике на верх горы. Погодка не самая лучшая. Все в тумане, в облаках. Склон еще пока лысый, деревья, камни торчат. Но это мне не помешает прокатиться на верхушке горы. Подъемник, на котором я поднимался, он принадлежит горнолыжный спорт школе. Он не относится к курорту Большой Удьявор, и скипа, скорее всего, на него можно будет купить, но отдельно. То бишь, обычные туристы тоже смогут на нем подниматься. Прямо сейчас сыпет снег, и носовую температуру тоже скоро обещают, и в теории через неделю кататься в Кировске будет уже намного комфортней. Благо я на старых убитых лыжах, и маску тоже стоило бы одеть. Местами есть следы от ратрака, где больше снега, и можно, не пробивая дна, нормально проехать. Но я пока сцепил очень-очень много камней. Вот так этот новый склон с пушками выглядит снизу. По нему я и спустился. А сейчас летят ребятки. Погода сейчас не самая благоприятная для открытия сезона для катания в Кировске, но все же при огромном желании поджибить можно 100% по трубе, а вот по склонам покататься довольно-таки сомнительная история. Хотя, возможно, за перевалом, чуть подальше за городом, в Хибинах, в центре гор, есть снег, и его там больше, чем на склонах. А это тот самый джип, спот, на котором открывать сезон самое то. Обычная пластиковая трубка, которую легко переносить. Вдвоем ее можно таскать как угодно. Требуется всего лишь немного снега, пластиковая труба и лопата. И можно начинать скользить. Эта трубка ставится элементарно просто. Просто кладется, желательно, под небольшой наклон, и строится два трамплина с обоих сторон по бокам. Желательно, чтобы трамплин был не вровень с трубой, а чуть ниже, чтобы учиться заходить на нее и запрыгивать. Благодаря тому, что труба стоит на очень-очень небольшой высоте, на ней не страшно падать, и можно учиться даже новичкам. В
принципе, новичкам я и советую учиться кататься на пластиковых трубах, а не на боксах. Обычные пластиковые трубы учат балансу, и после них легче переходить на перилы. Также падать здесь совсем не больно, в чем, в принципе, ты можешь сейчас убедиться. О, уже лучше. Ну и благодаря тому, что у нас несколько труб, и все они легкие, и их можно комбинировать между собой. Покидаем. В итоге вот такой вот сетап получился за 20 секунд. Вот так вот проходит открытие сезона кировский кибинг. А трубка — это отличный способ начать сезон с минимумом снега и начать учиться джибить. И у меня появилась идея, почему бы не провести на этой трубе инстабенгер. Поясняю для тех, кто не знает, пиши в комментариях трюк, который хочешь, чтобы я на этой трубе сделал. И я выпущу на своем каналчике отдельное видео с трюками, которые ты мне загадал. Так что дерзай в комментарии. И до встречи в новых выпусках моего потрясающего бьюти-влога.